Актриса Мария Шукшина вступила в публичный диалог с российским президентом Владимиром Путиным, обратившись к нему открытым письмом. В своем послании она выразила глубокую обеспокоенность разграблением страны олигархами и ухудшением экономического положения простого народа. Шукшина подчеркнула необходимость начать реформы и провести чистку в различных сферах общества. Актриса выразила свою тревогу по поводу того, каким образом российское общество страдает от деятельности олигархов, которые, по ее мнению, разоряют страну и обогащаются за счет обычных людей. Она обратилась к президенту с просьбой принять эффективные меры для прекращения этого процесса и защиты интересов граждан. В своем письме Мария Шукшина также отметила необходимость проведения обширных реформ в различных сферах жизни страны. Она призвала к началу чистки в системе власти, экономики, социальной сфере и других областях, чтобы обеспечить справедливость и благополучие для всех граждан. Актриса выразила свою тревогу по поводу того, каким образом российская экономика разграбляется олигархами, которые, по ее словам, используют свое положение для личной выгоды, игнорируя интересы общества и страны. Она подчеркнула, что такая ситуация приводит к углублению социальных неравенств, обнищанию простых граждан и обострению социальной напряженности. Такое открытое выступление актрисы привлекло внимание общественности и вызвало широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Многие поддержали высказанные Марией Шукшиной идеи о необходимости реформы и борьбы с коррупцией, однако некоторые выразили свою скептичность относительно возможности изменений в существующей системе. Публичное обращение к президенту стало для актрисы способом привлечь внимание к проблемам, которые она считает важными для будущего России. В своем письме Мария Шукшина выразила надежду на то, что ее слова не останутся без внимания, и власти примут необходимые меры для улучшения ситуации в стране.